Всем привет! Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов возвращается на сцену, и пандемия не помеха. Такую приятную новость он сообщил своим фанатам, а также рассказал, что завел свой ТикТок. Всем привет, друзья мои! Сегодня ночью я себе сделал аккаунт в ТикТоке, и все просят доказать, что я есть я. Вот, наконец-то, я доехал до студии, и, наверное, самое время показать, что Шатунов есть. Несмотря на то, что эпоха «Ласкового мая» закончилась десятки лет назад, один из солистов группы Юрий Шатунов пользуется популярностью и по сей день. На данный момент артист выступает в качестве сольного исполнителя, что приносит ему не меньшую славу и заработок. В то же время Шатунов не забывает и про поклонников в социальных сетях, где он делится своими новостями из жизни и публикует свежие снимки. На этот раз исполнитель поделился радостной новостью. Примерно через месяц он лично увидится со своими фанатами на концерте. Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Поцелуй в щечку теплый. С днем рождения! Я Юрий Шатунов. И как вы успели заметить, я нахожусь в студии. А почему? Потому что я готовлю новые концертные программы, поскольку в мае месяце я еду на гастроли. До встречи на концерте! И седая ночь вам будет, и белые розы, и розовый вечер, и детство, и еще много-много новых песен. Так что всему свое время. Один из популярных запросов о Шатунове – это где сейчас живет Юрий. И если коротко, то Шатунов покинул коллектив еще до отъезда в Германию, потому что хотел солировать. Он успел спеть на рождественских вечерах у Пугачевой, где исполнил хит про «Звездную ночь». Пока он был в составе группы, он завел множество полезных знакомств, которые в будущем ему очень помогли. В 90-х он получает приглашение выучиться за границей и вылетает в Германию. Там он учится на звукорежиссера и параллельно с учебой работает. Кстати, оттуда он и подал в суд на Разина и отсудил у него 10 миллионов долларов, которыми обеспечил себе долгую и беззаботную жизнь. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А мы поехали дальше. Настоящий дом Юрия находится в Германии, где у него есть семья. Когда-то в маленьком немецком кафе Юрий познакомился с супругой Светланой. По профессии она была юристом. Света в 2006 году родила артисту сына, а в следующем году они поженились. Через 7 лет Юрий стал отцом дочери. Вначале он с семьей жил в маленькой квартире, а немного позже Юрий купил шикарный особняк в Мюнхене. Шатунов помимо Москвы и Мюнхена имеет двухкомнатную квартиру в Сочи. Она расположилась прямо на Черноморском побережье. Этот подарок ему презентовал продюсер. Квартира находится в очень престижном районе. Она, по словам артиста, ошеломила его своей роскошью. Ванная размером как спальня, в ней есть шикарная джакузи, огромный телевизор и свободный проход на балкон. Квартира в светлых тонах и наполнена итальянской дорогой мебелью. О возвращении в Россию он и не думает, ведь ему хорошо и в Мюнхене, а квартиру в Сочи рассматривает исключительно как дачу. Но вот о гастролях и встрече с любимыми фанатами Юрий отказываться не собирается. Вот такой он кумир 80-х. А если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и делитесь этим роликом в соцсетях. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.